Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено теме Демодекс. Демодекс – это кожное заболевание. Что такое Демодекс? Демодекс – это клещ, паразит, относится к классу паукообразных членистоногих. И Демодекс существует двух видов. Это поражение кожи лица и кожи головы. На коже головы волосы начинают истончаться, выпадать, и иногда в самых страшных стадиях человек теряет волосы и становится лысым. Конечно же, что хочу сказать, что причина возникновения, давайте поговорим о причинах возникновения, это, опять же, пониженный иммунитет, стрессы, нехватка витаминов, опять же, проблемы с кишечником, желудочно-кишечным трактом, желудком. Не соблюдать активные методы лечения. Итак, доктор может вам назначить мази, болтушки, кремы всевозможные. У меня есть вот такой комплекс Stop Demodex. Я, конечно же, не болею Демодексом, но у меня другое кожное заболевание – это дерматиты. Дерматиты могут перетекать в более тяжелые формы, и появиться может Демодекс. Опять же, Демодекс. Почему люди заболевают? Дело в том, что у людей снижается иммунитет, опять же, стрессы, кто часто курит, неправильное питание, и опять же, нужно исключить острую, соленую, сладкую пищу, меньше употреблять кофе и пить меньше чая, пить хорошую качественную воду, опять же, соблюдать гигиену. Огромное количество людей страдает этим страшным заболеванием, и у меня вот такой вот комплекс. Итак, продолжаем. У меня вот такая линейка от Stop Demodex, и я ей пользуюсь в качестве профилактических целей. Она меня вполне устраивает и очень-очень нравится. Она мне очень помогает, особенно мне нравится мягкое мыло Stop Demodex. Я очищаю и кожу лица, и кожу тела. Очень нравится мыло белого цвета с приятным нежным нейтральным таким ароматом. В принципе, очень хорошо подсушивает какие-то воспаления на коже лица, прыщики, если они есть. И, конечно же, заметное улучшение я увидела. У меня лицо стало намного чище и намного светлее кожа лица. И также мне очень нравится бальзам лечебно-профилактический. У него очень легкая, хорошая формула, которая быстро впитывается. Опять же, наношу перед нанесением макияжа. И также у меня есть мягкий шампунь. Шампунь стоит 68 гривен. В принципе, не дешевый. И в качестве профилактических целях я его тоже использую. Вот такой маленький бутылечек. Вот так выглядит шампунь белого прозрачного цвета. Очень приятный. Мне даже бальзам не нужен. Очень блестящие волосы, очень живые после этого шампуня. Очень-очень нравится. И также удобно его брать в поездку. И гель для век. Опять же, содержит гиалуроновую кислоту, экстракт ромашки при демодекозном блефарите. В качестве профилактики тоже использую. Очень нравится. Быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу века, не оставляет никакой жирной пленочки. И новая линейка, которая появилась в аптеке. Этот гель стоит 29 гривен. Содержит тоже масло лаванды, гиалуроновую кислоту, метронидазол, экстракт ромашки с ионами серебра. Вот так он выглядит. Практически я уже заканчиваю использование. Очень-очень нравится. И опять же, на курсах, когда мы изучали кожные заболевания, опять же, против Демодекса это настойка календулы в качестве профилактики тоже. Я использую постоянно утром и вечером, и перед нанесением макияжа тоже. Это обязательно. И также спрыскиваю кисти, опрыскиваю после мытья. И опять же, в моем арсенале есть вот такое дегтярное мыло. И подробно я про эту линейку напишу и выложу пост в моем блоге. Всем приятного просмотра, пока-пока и до новых встреч на моем канале.